Российские регионы постепенно возвращают различные меры, направленные на борьбу с COVID-19. В Нижегородской области уже неделю действуют новые коронавирусные ограничения. Теперь, чтобы сходить в кино, театр или фитнес-центр, нужно предъявить специальные документы, QR-код или справку о вакцинации. Мы спросили у саровчан, как они относятся к новым мерам против коронавируса. Положительно. Масочный режим нужно обязательно. Во-первых, плохо организовано. Например, сертификаты. Вот, например, я прошел в августе месяце еще, получил две вакцины, да, спутник. Тем не менее, до сих пор никто не известил меня, что у меня готово это, я могу получить сертификат. Никакой информации просто нет. То есть я должен сам и выходить там куда-то на госуслуги, там что-то где-то печатать. Положительно. Я согласна с этим режимом. Нужно как бы предохраняться, оберегаться, чтобы меньше было заразы. Правильно, неправильно, бесполезные. В чем оно, что маска, вот, что это самое? Неужели тряпочка это вот от вируса? Прививки надо делать, конечно. Саровчане ответили, что придерживаются рекомендаций медиков и соблюдают масочный режим в общественных местах. Также опрошенные сказали, что вакцинация – лучший способ защиты от коронавируса. А вот QR-коды удобны не для всех.